Куда уходит детство, в какие города, и где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Оно уйдет неслышно, пока весь город спит, и писем не напишет, и вряд ли позвонит. И зимой, и летом не бывало ждать чудес. Будет деться где-то, но не здесь. Очень добрая, очень честная. Иногда ее ругает. Вот как-то раз я разбил крышку, ну, от чайника красивого. И мама меня отругала, только не так сильно, потому что я ей был дороже. Дороже, чем что? Ну, чем крышка от красивого чайника. Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих, мне они заменят солнце. Мир, поверь мне, существует лишь для нас двоих. Солнышко в тебе смеется. Мама, без ума тебя люблю я, мама. И тебя боготворю я, мама. Я без взгляда твоего, как птица без крыла. Птица без крыла, мама. Печали и тоске, и прогоним прочь ненастье. Мама, без ума тебя люблю я, мама. И тебя боготворю я, мама. Я без взгляда твоего, как птица без крыла. Птица без крыла, мама. Знаешь, нет тебя родней, мама.
как люблю тебя я. Это когда ребенок и взрослый побеждают. Ну, он выигрывает, ну, в любых делах. Я выигрывала в шахматах. Ставила маты королю, которого ушла на пенсию, не на пенсию, а на отдых. У нее ребенок, у нее вот такой толстый живот. Что еще раз? Толстый живот. У нее там малышка. Малышка? Да. Меня зовут Ольга Алексей. А вторая, она еще в садике. Ее зовут Елена Александровна. Она нас очень хорошо учит. Чему? Ну, рисовать, лепить, аппликации делать, на конкурс рисунки рисовать. И что, вы побеждаете на конкурсах? Иногда да. Суть-то была в вере. Если человек верит, надеется, любит, обязательно все поможет. Глаза – мир человека. Через глаза мы даем все, что у нас есть внутри. Мы принимаем мир через глаза и отдаем через глаза. Куда уходит детство? Куда ушло оно? Наверное, в край чудесный, где каждый день кино. Где также ночью синее строится лунный свет, но нам с тобой отныне туда дороги нет. И зимой, и летом не бывало ждать чудес. Будет детство где-то, но не здесь. Она не часто нас ругает и дает нам поиграть больше, чем делать занятия. Елисей мне нравится, что он смешной и постоянно над всеми шутит. А Катя, ну, я ее люблю, потому что она хорошая подружка и постоянно, ну, играет как надо. И никому не мешает. Ну, я мечтаю быть кондитером. Потому что он печет сладости, и мне тоже нравится печь сладости. У меня в семье 8 человек. Ну да, а что? Взяли телевизор, он сидел вот так вот, медитировал. И когда к нему подходил этот Саша и ему мешал, то Рон говорил поменять телевизор срочно, пока он не взорвался. Не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее, если же пока еще гимнастика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее, если же пока еще гимнастика. В своей квартире лягте на пол, 3-4.
приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если вам совсем не льется, обтирайтесь, чем придется. Вот и не займитесь процедурами. Если вам совсем не льется, обтирайтесь, чем придется. Вот и не займитесь процедурами. Мой папа занимается на работе. Отдает деньги тем человекам, которые ему дают сами деньги. Елисей мне нравится, что он разные сюрпризы мне делает. Ну, разные открытки делает. Ну, доброта – это когда человек делает что-то хорошее. Например, дарит открытки, цветы, например. Один случай был вот такой. Мы вот Елисея не могли проснуть долго, что за ним уже мама пришли. Мама пришла, а все уже ушли. Они до ночи сидели здесь. Честно, такое, что... Один человек говорит, я тебе секрет расскажу, а ты никому его не расскажешь. Человек говорит, например, честно, а другой человек отвечает, да, честно. Праздничная, видите, какая белочка получилась? Он потом прорисует, вот сейчас это все высохнет, здесь, конечно, дерево будет прорисовано, дуб, дупло, но белка тоже очень интересная, да, получилась? Ой, очень прям просто. Смотрите, какая осень. Белка с осенью. Да? Вот дупло, она потом ее прорисует. Вот здесь вот осень, и уже видно дупло. Она уже дупло, глубину дупла сделала. Видите? Все, оно сейчас растечется, будет не то. Я все покажу. Посмотрите у Вики. Начало работы. Это кто? А кто Вика у тебя? Сама у нее будет. Это Елисея. Тоже очень интересная белочка, да? Я не знаю, вы вообще молодцы, я не знаю, я бы все на конкурс отправила. Зачем? Школа, детский сад. Почему нельзя что-то одно? Или школа, или детский сад. А, кажется, я понял. Мы еще маленькие, поэтому нам нельзя сильно очень большую нагрузку, поэтому нам дают играть. Очень много. Когда. А там в школе будет очень мало, когда давать играть, потому что мы уже будем готовы к этой нагрузке, которой мы были не готовы сейчас, к примеру. Потому что Елена Александровна так учила меня долго, и она думает, что я знаю, а после этого, когда я не прошел этот урок, она подумала, что я не знаю, и она все это зря делала. А на самом деле я знаю, и тогда ей станет просто обидно. Потому что она столько делала, а я ничего не понял. Как будто бы. А на самом деле я все понял. Потому что она тогда скажет заведующая позвонит в школу, и мне тогда отменит школу. А, значит, ты за себя переживаешь. Да, и за Елену Александровну, то, что она будет очень переживать, то, что я... Она столько меня раз учила, очень много всему научила. Она думала, то, что она меня научила, это, в общем, правда. А оказывается, то, что она ничего меня не научила, как будто. Не пожарник, а Мининой Пожарскому. А кто они такие были? Что они сделали? Минин это был простой продавец, а Пожарский торговец. Это был торговец. А Пожарский это был Саша. А Пожарский это был хороший полководец. Так, хорошо, Саша слышал. Кто еще слышал? Я. А что они сделали? Они собрали подожди, народ. Саша, подожди. Они вылетели из нашей страны и попали. Ну, врагов! Враги, кого они вывели? Врагов! Их? Это когда ты что-то очень хотел, это очень делал, ты все делал для этого. И после этого у тебя ты это правильно сделал, у тебя это получилось. Это значит успех. Счастье, это когда ты этого хотел, у тебя это случилось. Ну для тебя что счастье? Чего ты хотела и случилось? Да ничего не случилось.
учитель, я тебе хочу рогатку все-таки до школы. А еще я хочу стать Тарзаном. Вот это будет для меня счастье. Ну почему я с ним больше всего дружу? Он сегодня не пришел, но я знаю, почему я с ним больше всего дружу. Потому что если вдруг у меня какая-то ситуация, я могу ему раз случайно делал плохо, но он все равно, когда у меня какая-то плохая ситуация, примерно на следующий день я встал с кровати. И у меня что-то такое плохое с ногой. Я не понял, что это. Ну, нога вот заболела вот здесь. Я позолотился уже не в космосе. И что, а Рома при чем? А, Рома при том, что когда он пришел, он лекарь. Знаете почему? Что-то, когда он пришел, сразу у меня уже перестало болеть. Тебе что, не нравится кино? Нравится. А почему тебя это удивило? Не знаю.